прямо сейчас я хочу пригласить на эту сцену почетного гостя. Приготовьтесь хлопать и встречать всех наших гостей аплодисментами. Президент Олимпийского комитета России, член Международного Олимпийского комитета Александр Дмитриевич Жуков! Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, мы продолжаем наши церемонии чествования. Они у нас каждый день происходят. Сегодня у нас даже в два захода будет чествование, потому что сейчас мы приветствуем наших прекрасных девушек-лучниц, а еще на подъезде уже где-то там недалеко совсем наши фехтовальщики, которые сегодня выиграли золотые медали. Вот. Но я хочу сказать, что мы очень сильно за вас болели. Вы у нас в самом начале Олимпиады отличились и задали вместе с дзюдоистами тон всей Олимпиаде. Вот. Мы не могли вас сразу приветствовать, потому что у вас еще были личные соревнования, но то, как вы выступали, это было замечательно просто. Я хочу поздравить вас, хочу поздравить федерацию, всех тренеров. Это замечательный успех был. И мы очень за вас порадовались. Очень-очень. Молодцы! Друзья, это еще не все приятные слова, которые будут сказаны в адрес наших олимпийцев. Под ваши аплодисменты я приглашаю на эту сцену советника начальника ЦСКА по медиа Екатерину Агафонову, руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова и представителя компании «Самолеты Сухого» Федосеев Максим. Федосов Максим. Екатерина, вам слово. Сегодня армейцы получают медали. Добрый вечер. Вы знаете, для ЦСКА действительно сегодня прекрасный день, просто супер день. И стрелки, конечно, фехтование. Но сейчас нам очень-очень приятно, конечно же, что Туян — это армейка. И, в общем, мы очень-очень гордимся. Что сказать? Это первая медаль у женской сборной Александр. По стрельбе из лука. Александра, ну, это что-то невероятное. И мы разговаривали с родителями Туяны, которые, мы знаем, не смотрели даже, потому что очень волновались. Теперь Забайкалье все гордится. И также гордимся мы, ЦСКА. Армейцы, вперед! Поздравляю вас! Ну и, конечно же, традиционные уже подарочки от ЦСКА. Друзья, ну а к микрофону я приглашаю руководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергея Ахапова. Добрый вечер, дорогие друзья. Очень приятно, что вот наши девушки стали такими первопроходцами завоевания медалей на этой Олимпиаде. И такой добрый, спортивный, победный тон задали всем спортсменам, тем самым подтверждая вот наши практически ежедневные встречи на этой сцене. Я от всей души поздравляю вас. Вы большие молодцы. Особый низкий поклон вашим тренерам-наставникам. Свою работу эти последние 4 года сделали, наверное, на 5 с плюсом. Ну, всем тем, кому еще предстоит выходить на дорожки бассейнов, на ковер, на другие спортивные объекты, хочется пожелать, конечно, удачи. Мне очень приятно, что и в Новосибирске есть уже 2 медали. Это Ваня Стритович в командной борьбе. Спортивная гимнастика. Это вчера Люба Шутова, самая опытная спортсменка, фехтовальщица, спажистка, увезла в Новосибирск серебряную бронзовую медаль. Поэтому я уверен, что наши встречи здесь будут ежедневными, что команда только набирает победный темп. У нас все получится, если мы будем также дружно все вместе наших ребят поддерживать. С победой! Друзья, ну а слово предоставляется нашим друзьям и партнерам компании «Самолет Сухого» Федосов Максим. Добрый вечер, друзья. Поздравляю всех с очередной медалью. И есть такое выражение, все узнают, точность, вежливость королей. Но в данном случае вежливость королев. Поэтому поздравляю и от компании «Сухого» хочу вас поздравить, подарить вам небольшие презенты и всех поприветствовать нас в самолете.
Ну что ж, друзья, очень хотелось бы услышать, какие эмоции испытывают наши олимпийцы, люди, которые подарили нашей стране еще одну медаль. С ответным словом приглашаем вас к микрофону. Все очень стесняются, все очень скромничают. Давайте подходите все втроем, каждая по слову скажите. Нам очень хочется вас услышать. Здравствуйте, спасибо вам большое за поддержку, спасибо нашим тренерам, все, кто в нас вложил. Мы очень гордимся, что у нас такие тренера, что они довели нас до медалей. Спасибо большое, а российской сборной дальнейших медалей и золотых. Спасибо. Я хочу выразить огромную благодарность всем болельщикам, кто в нас верил, помогал нам. Дом болельщиков такой красивый, огромный, и так прекрасно видеть то, что все так искренне болеют и верят. И хочу пожелать огромной удачи в дальнейшем. На Олимпиада еще не заканчивается. Россия вперед! Нет слов, одни эмоции. Тогда мы приглашаем главного тренера, чтобы тоже услышать от него парочку слов. Владимир Николаевич, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые спортсмены, уважаемые болельщики. Конечно, многие годы мы шли к этому успеху, но, к сожалению, не удалось завоевать золото. Хочу выразить огромную благодарность всем и Олимпийскому комитету, Министерству спорта, Центру спортивной подготовки, нашему попечительскому совету во главе с Иосифом Давыдовичем Кобзоном и вообще всем болельщикам, потому что без болельщиков спорт уже не мыслим. Спасибо большое всем. Друзья, ну и хотелось бы очень послушать Галину Николаевну, которая даже сейчас во время просмотра видеоролика комментировала какие-то ошибки, какие-то делала замечания. Тренер всегда остается тренером. Уважаемые личные тренеры здесь присутствуют. Наших спортсменов. Это Попов Станислав Владимирович, Свердловская область. Жикжитова Светлана Батоевна. Тоже давайте их поздравим с этой победой. Тренеры сборной, врач здесь тоже присутствует. Всех поздравляем. Россия вперед! Больше золотых медалей. Ура! Начиная с Олимпийских зимних игр в Сочи, у Олимпийского комитета России появилась добрая традиция награждать российских спортсменов, чемпионов и призеров Олимпийских игр памятными призами, уникальными перстнями, которые изготавливает официальный поставщик Олимпийского комитета России, компания «Адамас». И прямо сейчас, девчонки, вам подарят сертификаты, которые означают, что во время Олимпийского бала вы получите свои кольца от компании «Адамас». Друзья, ну и за время работы нашего дома сложилась еще одна очень добрая, милая, душевная традиция. Мы уже называем ее «Звонок домой». И прямо сейчас, девчонки, за вами стоит камера. На прямой связи с нами мама Инны Степановой. Инна, привет. Инна, привет, привет. Моя маленькая. Привет. Не слышим? Привет, мам. Привет, Саша. Артема, привет. Артема. Привет. Привет. Привет, привет. Девчонки, всем большой привет. Молодцы. Привет. Ксюша, привет. Туяна, Ксюша, привет. Туяна. Я так по вам соскучилась, мама. Не плакай. 3 дня осталось. Сейчас только папа. Вы что делаете? Слезы не пускайте. Молодцы, девчонки. Молодцы. Друзья, практически вся Россия уже бывала здесь, в нашем доме болельщиков Олимпийской команды России. Сейчас на прямой связи город Улан-Удэ. Давайте всем помашем рукой. Не спят столь поздний час. Ура, девчонки. Болеют, переживают. Молодцы, молодцы. Молодцы. Во. Все, тренерам всем привет. Всем привет, олимпийцам. Совсем-совсем скоро вернется ваша победительница, ваш чемпион. Для вас навсегда будет самое лучшее. Ну и для нас тоже. Давайте еще раз поаплодируем, друзья! Ну что же, а сейчас... До свидания! Спасибо вам большое! Всем удачи!
Друзья, но прямо сейчас еще одна очень важная традиция, церемония. Пожалуйста, вставайте в самый центр. Вас должны видеть сегодня все, потому что вы сегодня настоящие герои. Да не только сегодня, вы навсегда вписали свое имя в историю. Молодцы! Друзья, прямо сейчас я попрошу всех встать, потому что звучит гимн Российской Федерации. В Рио-де-Жанейро. Команда России по стрельбе из лука. Ксения Перова, Инна Степанова и Туяна Дашидаржиева. Давайте все вместе команде и тренерам скажем спасибо! Еще раз большое спасибо вам. Это было здорово. Большие-большие молодцы, друзья. Ваши аплодисменты! Уважаемые гости, ну а мы с вами не расходимся, мы ждем совсем-совсем скоро. Сюда, к нам, на сцену Дома болельщиков Олимпийской команды России приедут самые настоящие олимпийские чемпионы. Будет еще одна церемония чествования. Наши мужчины сегодня завоевали золотые медали. С нетерпением их ждем и будем награждать и радовать их своими улыбками и овациями. Друзья, осталось совсем немного.